возвращением. Держи. Голосовое устройство. Твой вор решил его продать до того, как стража его вздернула. Ну что же, проклятая свинья получила по заслугам. Спасибо, что помог. С голосовым аппаратом металлический человек готов к пробуждению. Это вопрос времени. Ты мне еще понадобишься. А пока я прошу не отвлекать меня. Я слышу голоса во тьме. Я слышу крики воронов. И что они кричат? Что кричат вороны? Они несут послание Ориона. Поют славу. И кричат в предвкушении священного огня, они что поглотит город. Что теперь делать? Машины барона будут уничтожены. Когда дым развеется, придет новый рассвет. Наконец-то мы вздохнем свободно, когда сядет пепел. Свежая пища и вода для всех. Машины не так заметны, как люди. Надо быть осторожнее. Совсем пошаливают.
меня и без этого полно дел. Чего тут нет? Честная плата здесь так же редка, девственница. Ох, как мне тяжко. Говорят, стражников два раза в день кормят. Везет. Люди должны отвечать за свои решения. Кажется, я тоже это видел. Кто идет? Там кто-то есть? Тут ничего. Вот и хорошо. Царство за кофе. Опасно нынче на улицах.
надо больше спать. Жаночка была симпатична. Поздно уже. Мрак косит только уличный сброд. Пол царства за кофе. Только уличный сброд. Куда-то... Говцы была. Скорее бы все это закончилось.
меня даже здесь. Сейчас чарочку опиума. Еще несколько часов и назад. В покой сирены. Я нашел клочок бумаги с цифрами. Может, это комбинация от сейфа? Наверняка. Надеюсь, ты его не оставил, где попало? Конечно. Я убрал его в один шкафчик. Какой? Не помню. Я записал его номер. Он в кармане. Сообщи миссис Мондер. Она отвечает за себя. Говорят, Сал, прежний менеджер, недавно. Правда? Очень жаль. Он мне нравится. Такими темпами я от мрака сдох, а не в бою. Я нашел клочок бумаги с цифрами. Может, это комбинация от сейфа? Если бы не оставил, где попал? Конечно. Я убрал его в один шкафчик. В какой? Конечно. Не помню. Я записал его номер. Он в кармане. Сообщи миссис Мондерс. Она отвечает за сеть. Говорят, Салтра и прежний менеджер недавно умер. Правда? Очень жаль. Он мне нравится. Славный малый, но более мягкий, чем Мондерс. Ah.
выходит, у моей сестры мрак. Вот ужас. Ты же с ней не знаком, да? Зря я переехала в город. Говорят, больных мраком все больше и больше. Если бы мой муж был еще тут.
должны отвечать за свои действия.